До Нового года 96 дней. В правительстве Белгородской области уже озаботились приобретением подарков. Для детей нашего региона закупят более 68 тысяч кондитерских наборов. На эти цели выделено 78 миллионов рублей, из которых 71 миллион потратят на 2-килограммовые пакеты, а оставшиеся 7 миллионов на комплекты по 4 килограмма конфет. Согласно сопроводительным документам, в составе 90 видов сладостей, в том числе шоколад, халва, батончики, печенье, зефир, вафли, фигурки животных и монет. Также подрядчик, поставляющий подарки, должен будет сделать праздничную упаковку по эскизу регионального министерства образования, а привезти наборы конфет, согласно контракту, должны до 5 декабря.